Микрорайон Бейбиджлиг имеет хорошее освещение и водоснабжение. Проблема только одна – дороги. И вопрос с жителями поднимался неоднократно. Еще в декабре прошлого года руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Юрий Шедловский обещал, что проблема найдет свое решение очень скоро. В настоящее время по микрорайону Бейбиджлиг разработан проект реконструкции автодорог. Общая протяженность 2,9 километра. Реконструкция включает в себя устройство двухполосного асфальтобетонного покрытия шириной 3,5 метра каждой полосы, 14 остановок будет автобусных, автопавильонов и порядка 400 дорожных знаков. В настоящий момент подготовлена бюджетная заявка для выделения денежных средств для строительно-монтажных работ по реконструкции и по среднему ремонту. Данная заявка направлена в областное управление пассажирского транспорта автомобильных дорог. Процедура одобрения в декабре будет, один из приоритетных проектов по городу Кокшетау. Данный маршрут, его не было, не рассматривался он в связи с тем, что отсутствуют дороги с асфальтобетонным покрытием. Уже в январе аким города Кокшетау Амангельд Исмаилов порадовал жителей микрорайона хорошей новостью. Разработана ПСД дорога. Автобус, чтобы туда ходили, это нужно же дорогу построить. ПСД вышел с большой экспертизы. В этом году нам выделили средства. В этом году 450 миллионов выделили. Бейбиджлиг мы будем таким образом закрывать. После этого мы запустим автобусы. Однако уже и поллета позади, а работы так и не были начаты. Поэтому этот вопрос очень волнует жителей микрорайона. 16 лет живу в этом микрорайоне. Каждый раз слышим, что будут тротуары, асфальт. Приезжают, смотрят, и, конечно, результата нет. Вот этот участок мы сделали за свой счет, но все равно по весне возникают проблемы. В других микрорайонах уже по два раза сделали, а до нас все никак не дойдет очередь. Просто зимой очень трудно передвигаться. Каждый год мы слышим одно и то же. Не знаем, верить или нет. У меня ходовка ломается в машине. В год несколько раз меняю. Начинается, когда дожди, весна, осень, это самое проблемное. Вот посмотрите, везде ямы, машины не пройдут, дети. Так слышали, что во всех районах как бы уже сделали дороги, а почему-то к нам эта дорога до сих пор так и не пришла. Можно же решить эту проблему, как бы 21 век. К руководителю городского отдела жилищно-коммунального хозяйства отчаявшиеся жители микрорайона обращались не раз. Встретиться с нами на интервью ему было некогда, пришлось побеседовать по телефону. 200 миллионов там выделены деньги, заключен договор на вот эти работы. Проект трехгодичный. 200 миллионов в этом году, на следующий год тоже 200 миллионов. 200 с копейками на следующий год. И там остатки останутся на третий год, там озеленение там было. В этом году асфальта не будет, там будет щебеночная выемка грунта, щебеночная, то есть подготовительная работа. До конца октября все, что было по договору положено, в сметной документации, они все это сделают. И все же жители микрорайона Бейбиджлиг все еще опасаются, что обещания вновь останутся на словах. Мадина Смагулова, Макпалай Бабина, Балжан Смагулов, Кокшетау Акпарат.